Sichet is an ancient mystical society. For millennia, we have operated with utmost secrecy up until right now. What do you do? Do you pray? No, Mamale, we don't pray. We invent things, Mamale. The technology developed with Dar Sichet is centuries ahead of anything you've ever seen or imagined, and highly dangerous in the wrong hands. I mean, the Nazis found our safekeeping. They stole our secrets. They used them to win the war. Everything they have accomplished, everything was built upon our knowledge. But it wasn't our only safekeeper. We have hundreds of them hidden in the secret places of the world. Hundreds, some small and tentative like the ones the Nazis found. Others, great halls of knowledge stacked high, magnificent inventions, things that to you seem like magic. Now, I can open for you the gates to such a place. Getting there will be a challenge. What will it take? Well, the safekeeper's hidden deep below the Atlantic Ocean. We will need a U-boat capable of great depths, that's all. We cannot just walk up and steal a gosh darn Nazi U-boat, can we? I know how to get a U-boat, but for my plan to work, I need this thing operational. Can you do it? I'm a Dar Sichet engineer. I can do this in my sleep. Good. We but need some additional features on it, too. I will prepare a specification for you. Blaskovich, help him out there, if you'd be so kind. Отличный инженер, он еще и врачом был. О, мистер Бласкович, I will need some welding equipment, please. Сварочный аппарат. Set. Yes. I'm trying to figure out what exactly we're doing in this organization. Was it some kind of... Письмо Шарлотте. Лондон, Ист Энд, 4 октября 48 года. Дорогой Бобби, жена его писала. Сейчас субботний вечер, и как только перестали падать бомбы, я сразу села писать тебе письмо. Я сижу на крыше здания, где вспомогательная пожарная служба устроила пожарный пост. Пью кофе и курю сигарету, а в ушах все ревут сирены, и со свистом падают бомбы. Отсюда мне виден почти весь Лондон. Даже в своем нынешнем состоянии, полуразрушенный, он все равно по-своему прекрасен, не так ли? Старый, грубый, закопченный. Мой дом. Моя родина. Спасибо тебе за письма, любимый. Я даже выразить не могу, сколько они для меня значат. Надеюсь, ты не слишком волнуешься за то, что я так редко отвечаю. Пойми, как бы странно это ни прозвучало, я не писала потому, что не хотела лгать. Я боялась тебя расстроить, если напишу правду, но все же правда лучше, чем ничего, ты согласен? Значит, пишу правду. Лондон горит, дым поднимается к небу толстыми столбами, как будто это... колонны, которые не дают небу упасть на землю. Ночные бомбардировки не прекращаются, и каждый день мы всеми силами цепляемся за те жалкие крупицы надежды, которые в состоянии найти. Как человек может жить перед лицом такой неотвратимости, такой жестокости? Не знаю, но благодарю Бога, что может. Я все еще покрыта золой и провоняла гарью. Женщины не должны были тушить пожары. Наша роль была в том, чтобы наладить связь, развернуть полевые кухни и так далее, но все изменилось. Час назад я была в Каннингтауне, здесь, в Восточном Лондоне, помнишь, в католической школе? В нее попала бомба, и мы пытались потушить огонь. Пламя бушевало так, как будто открылись врата ада. Мы со Сьюзи Такфилл держали шланг, и тут я увидела, как из руин вылезают дети, покрытые кровью и копотью. Из глубин горящей школы я слышала тоненькие голоса. Одна из наших, Британи, рванулась туда, чтобы спасти маленькую девочку на втором этаже, но так и не выбралась. Такая была милая девочка. За последний месяц мы потеряли 3 пожарных, все 3 мои хорошие подруги. Но жизнь продолжается, как и должно быть. По ночам весь квартал собирается в близлежащем бункере, который старик Уильям МакКинли переоборудовал под бар. Люди приходят, выпивают, поют песни. Как-то даже странно смотреть, что жизнь продолжается, как будто ничего и не происходит, как будто кругом не падают бомбы. Видимо, уж такие мы люди.
лондонцы. Прошлой ночью мне снова снился Джонни. Мы были все вместе на ярмарке в Брайтоне. Мы всегда туда ездили летом, помнишь? Я сидел рядом с ним на корточках на краю пирса, и мы смотрели на море, а ты стоял рядом. Все было такое синее, Бобби. Такое синее, как сверкающие сапфиры. И было так спокойно, и никто не говорил о войне, и никто не боялся. Я гладила Джонни по щеке, он ел сахарную вату и засмеялся, когда волна обрызгала ему лицо. Когда я проснулась, моя рука еще чувствовала тепло его щеки. Я долго плакала, Бобби. Ни дня не проходит, чтобы я не вспоминала о нем. Когда ты вернешься, когда все это кончится, и мы снова будем вместе, давай уедем из города, поселимся где-нибудь среди зелени, как всегда мечтали. Ну и что, что мы теперь бедны, как-нибудь перебьемся. Мне пора, снова взревела сирена. Я опущу письмо в ящик по пути, обещаю, что буду писать почаще. Я так тоскую по тебе, Бобби, жду не дождусь, когда ты вернешься домой. Люблю, целую, Шарлотта. We don't believe in things supernatural, Mama. We believe in God. The Das Yichud is a philosophy. It is a way of understanding God through knowledge. It is based on pure reason, pure rational thought, not supernatural bupkis. So everything you have created, what were you planning on using all that stuff for? You don't understand, Amale. There was never any purpose or intent of use beyond the act of creation. We create to commune with God. Do you see that? You've lost me. It's like mathematical equations. Oh, go on, Madeline. And each solved equation brings you closer to God. But never intended to be used. No, the act of creation itself is the intent of the use. What does we made of it? Is he has something cooking in that chinik of hers? Do you appreciate the distinction, Mamala? The safekeep I'm about to reveal to you is not a treasure chamber; it is a deep geological repository, protecting some of our most dangerous creations, for the sake of the outside world. The purpose already served. Do you see that? Whatever helps the cause. Хороший у них разговор выдался, да? Так, новый сбежавший Клаус. Мне бы интересно было с Максом поговорить. Где он, кстати? Бомбата, так ты выжил? Дружище, я думал, тебе хана. Под лесенкой нашли уголок. Да помогу. Так, где наш там инструмент? Где-то наверху, да? Эй, ты как? Валентин. Макс. Рисует. Эй, а где игрушки твои? О, робот. Кубики. Та-да-дан, та-да-да-дан. Все. Разобрали свои комнатки, нашли уголки. Так, ладно, что-то я замечтался. Люблю, когда игры позволяют это делать. Здесь, конечно, такой атмосфере убийственной не помечтаешь особо много, но все-таки по крайней мере каждый раз, когда я здесь прохожу, я кидаю ножи, и то хорошо. Они здесь играли, что ли? Или считают дни? Макс, Клаус, что, серьезно? Клаус проигрывал Максу? Макс так сильно кидает, так хорошо бросает ножи. Интересно, это потом обыграют они? Или Клаус поддается? Потому что Клаус всего ничего, раз выиграл. Интересно было бы, если бы они это обыграли. Та-та-та-та-та-та-та. Да, опять можно покошмарить.
Все-таки как бы мне отцепить эту цепочку? Каждый раз сюда прихожу и думаю об этом. Так, сварочный аппарат, да? Сварочный аппарат. Может быть, он в ангаре? Может быть. Давай-ка сходим и узнаем. Та-та-та-та-та-та-та-та-там. Та-та-та-там. Меня обсуждают. Поговорить не хотите? Как вы? Да, я уже два... Сколько, да? Два раза сбегал из тюрем. Неплохой результат, по-моему. Та-та-та-та-та-та. Установил уже. Слушай, друг, Пропсвайт. Как ты? What's up, Captain? Looking for the welder. You seen it? Oh, yeah. I was attempting to fix the broken railing over at the secret fountain entrance, and I dropped a welder in the water. I haven't gotten around to fishing it out yet. Maybe you could give it a shot? Look by the secret fountain entrance, Captain. I dropped a welder in the water. Сварочную воду близ тайного входа у фонтана. Итак, мне надо выйти из главного зала на первом этаже через большую желтую дверь и искать где-то там. Фак. Возвращаемся в главный зал тогда. Через большую желтую дверь. Я ее видел вообще хоть раз. Вот она. Эй, подвинься, дружок. I need to get through that door. Black, please. What I think about, I'd rather not think about. That bad, huh? Jay would think that when Jay seen what I have, your mind would break like an egg. How come it has not? Well, maybe it has begun already and I just don't know it. World changing. No matter who you are, what you're made of. Thing is, you and me, we just gotta ride the whirlwind. Make it through to the other side. And kill all the Nazis? And kill all the Nazis. I would drink with you in celebration, Veneer, that time comes. Your arm. Ну что, бесконечный запас этих маек. Все время в одной и той же. Так, Бомбата вырос в Намибии на улицах Виндхука. Когда нацисты начали шаг за шагом завоевывать африканский континент, Бомбата отправился на север, чтобы дать им отпор. Два года он возглавлял успешные вылазки против захватчиков, но потом Бомбату взяли в плен и отправили в трудовой лагерь. Не самая плохая судьба с ныне живущих. Так. Окей, зарядка там. Под воду нырять тут. Давай-ка разрежем тебя. Опять я через жопу это сделал. Это... Да ладно. Забраться получается, и то хорошо. А вот и он. Опрометчиво как-то, а? Надо было себе лестницу какую-нибудь сюда поставить. Совсем не думаешь об отходе. А вдруг это все? Опа, интересно. Глупые размышления. Так. Просто выныривать не прикольно. Нужно рядом с лестницей. Особенно, когда есть такая возможность.
прохода хрен, да? Нормальные прыжки у парня. Нормальные. Так, водичку перекрыть можно? По всей видимости, нельзя. Ага. Красота. Давай, Блашкович. Террористы завезли плесень. Что они говорят? О, стробоскоп. What the fuck? Был улучшен лазер Крафтверк. Снабжен модулем стробоскопом. Теперь при выстреле он будет испускать ослепительную вспышку, которая временно дезориентирует врагов. Вещь. А, это та цепочка, да, которая лестницу держала. Последняя ячейка террористов уничтожена больше года назад. Да хрен вам. Казармы какие-то заброшенные. Здесь у меня не получится пройти. Ну что, послушаем их разговор? А, ну все. Так. Интересно. Очень-очень интересно. На кой хрен мне это надо было? Понятия не имею. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Зря использовал, наверное. Опять сейчас будет какой-нибудь батл. Бомбитл. А, здрасте. О, зачем? Понятно. Чтоб тебя. Давай, 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 давай. Ох ты ж, сука! А, ничего себе, я думаю, что он не стреляет в меня. Они и так могут. Хорошо. 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 Ладно. Я все сделаю. Как я говорил, зря. Может быть, получится, знаете, как сделать? На них эти штуки отпустить. Иди сюда, друг. Придавил? Придавил. Иди сюда, 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 сюда. Ближе, 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 ближе. Вуаля. А, черт. А, да. План сработал, на ура. Окей. Все равно даже не знаю, нахрена, но я подлечусь. Жалоба, она хочет подать. Ой, черт. Ой,
Так. Нормально. Жалоба для по поводу педика. Сына соседки. Еще одна пластинка. Карл и Карла. Топ Ферклайн Либлинг. Либзинг. Типичные юные влюбленные, поющие о пикниках среди холмов и неспешных прогулках за ручку. Все, что им нужно, это посидеть рядом в кино и осторожно поцеловать друг дружку в щечку. Не беспокойтесь, они будут дома до комендантского часа, что и вам советую. Интересно. Интересно. Бау! Нет? Нормально, да? То есть такой выстрел, он даже не продырявит эту дверь, этот металл. Хотя должен был бы. Очень странно, что толстую цепь он режет, а вот такой вот металлический прутик нет. По идее, должен. Но почему-то нет. Почему-то не режет. Окей. Если я услышу еще одни разговоры, будет довольно забавно. Что? Показалось. Показалось, будто что-то можно поднять. Так. А, мы опять в убежище? А, черт, да. Фу, жесть. Эй, ты чё плачешь? Фак. Ну, ты же знаешь, что голову поднимешь, походишь, здесь поищешь и все найдешь. Бляха, кольцо. Я игрушки-то еле нашел. Кольцо, оно маленькое, небось. Так, говоришь, как только приехала, да? А где ты была вообще? Помнишь, куда заходила? Блях, это было бы логичными вопросами. Здорово. Да не боись ты, понтос. Кушай на здоровье. Кушай. Ешь, ешь. Так, ладно. Смотрю-ка я все. С вами все хорошо, Борис? What? You still got it, old man. Это что было вообще? What the fuck? Какого хрена? Кольцо, блин. Поднималась ли ты наверх, подруга? Может, Макс к нему не сделал? С Макс только у Клауса, пипец. Макс, дружок, как дела? Слушай, у тебя тут шкатулка есть, колечко есть. Нет, колечко на шкатулке нету. Где мне искать твое кольцо, красавица? Филомена, не видела кольцо? Парень убитый. Я уже столько дел успел сделать. Лежит, спит. Это Блескович. Е? Мило. О, ты нашел жену свою. I had lost her. I had lost so many. Слушай, а ты кольцо не видел? Рад за Мило, рад за Мило, рад за Мило, рад. Здорово, мужик. Стебан, колечко не видел здесь? Маленькое такое. Сам в шоке, что ищу его.
Опять я наверх иду. Может, в туалет? О! Бляха, она действительно в туалет уронила. Так, в архив, 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 архив. Архив, вот он. Так. Вот и колечко. Анна. Да, я почти как Санта-Клаус. Золотую вазу дали. Не за что, не теряй его больше. В туалет, когда будешь ходить, рукой не тряси правой. If we're going to steal a Nazi U-boat, I need set repairs that thing on the table. Help him with his work. Да не вопрос. Вот сварочный аппарат. Я заколебался его искать. Надеюсь, он поможет. That's all I need. Or actually, would you deliver this note to Anya? She will need the frequency of the transponder to track. Нужно отдать записку Ане, чтобы она смогла исправить частоту перед. Да какая разница? Все равно я половину слов уже забыл. Отдам бумажку Ане и дело с концом. Правильно. Сам не мог отдать. Вы сидите в метре, старик, блин. Как мальчик на побегушках. Я все должен делать. William. Do you have a moment? Минутки может не хватить, но... Да, опять удачи, опять понадобится, конечно. Да, я слышу. Да, будет здорово. Глайдер не очень-то надежно выглядит, знаешь ли. Ну что, давайте садиться. Не внушает, она мне дает доверие. Да, газ, ага. Здесь инверсия работает. Понять бы, куда еще. Куда пердучить ты? Вот сюда. Инверсия. Хорошо. Все хорошо. Быстрее она двигаться не умеет, эскиз канализации открыт. Старые тоннели канализации под Берлином не ремонтировались уже много лет. Члены круга Крайзау используют их, чтобы перемещаться по городу. Ну и хорошо. А, не, инверсии нет, это я дурак. Чё она сказала? Прошляпил я момент этот. Ну-ка. Ладно. Давай-ка нырнем.
Felt like my skin was on fire. Отлично. Like my skin was on fire. Вот это нормально, да? Не понимаю, где я. А, вот. Все хорошо. Ух ты. Caroline told me a few inmates tried to escape through the sewer system with some valuables a few years ago. They didn't make it very far. Так, проход там внизу есть. Чья-то статуя. Инверсии нету, а я вот все пытаюсь. Будто бы она есть управлять. Как один раз сказал, что она есть, так и все. Да, понял я уже. 13 years old. From the pond by the stables. Came out covered in leeches. Пиявки не так страшны. William, I have something I want to tell you. И что же? I've been reading this diary my grandmother gave me. It's my cousin Ramona's diary. She used to work with us at the asylum. She's dead now, but she had many secrets inside of her. And there was no one she could trust to keep them. So she wrote them all down. I will radio the diary entries to your audio log. If you find the time, you can listen. Дневник Рамоны. It's in Polish, but I'll translate. Ramona writes. Давайте я сам почитаю. Дневник Рамоны, запись первая, написана по-польски, но я переведу. Рамона пишет. 11 мая 40-го года. Я всего три дня назад вернулась домой, а теперь пришли немцы. Они убили Якуба Бродсика. Выстрелили ему в голову. Его лошадь перегораживала дорогу. Он меня учил целоваться с языком. Я этого так не оставлю. К чему? К чему мне это сейчас, а? Тихо, у тебя же там было что-то, чтобы дышать под водой, друг. Ты чего? Или это только в глайдере работает? Чтобы он не подавился. Не задохнулся, точнее. Ну, погнали. Под водой, мне кажется, он быстрее плывет, чем над водой. Хотя, может быть, я ошибаюсь. Да, наверное, все-таки ошибаюсь. С ускорением всяко лучше. The section you are in now has been out of commission for a long time, but some machinery might still be manually operable. Сориентирует насосные колеса. Так. Ладно. Посмотрим, что я могу сделать. Сейчас. Уху! So many water in my days. Not as cold as this. Так. Да, все правильно сделал, потому что, видите, там впереди еще одно местечко. Блин, и здесь вылезти можно. Вылезем, посмотрим. Там вот я специально все сделал так, чтобы можно было пройти. Понял тебя. На всякий случай. Твою мать, испугался. Дневник Рамона, запись 2, 12 мая 40-го года. Немцы обосновались в полицейском участке, приглашают местных... На службу я пойду, найду способ их убить. Так. Выше, 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 выше. Вот так вот. Отлично.
понял. Ох ты ж мать. Взорвалось, я хотел посмотреть, но стиком, когда назад двигаю, он назад уплывает. Поэтому уж извините. Обойдемся без этого. Так, проход есть и вперед, и сюда. Опять же. Чуть. 25 июня 40-го года. Оказывается, нацист очень высоко ставит свою мать. Я узнала об этом, когда он умирал в нужнике за булочной. Я зарезала его ножом. Он все шептал: «Мути, мути». У меня дрожали руки, чуть нож не выронила. Я его выманила на улицу, сказав, что там я его поцелую ночью. А третий мы же не читали, да? 40-го года, 18 мая. Днем я работаю в лечебнице, по вечерам отправляюсь в город, готовлю ужин немцам в полицейском участке. Похоже, они мне доверяют. Наверное, я смогу уменьшить одного из немцев наружу. Если останусь с ним одна, наверное, смогу его убить. Я никогда никого не убивала, я не умею ни драться, ни стрелять. Придется что-то придумать. Я скучаю по университету. Пожалуй, то, что сейчас происходит, тоже своего рода учеба. Да, у меня получилось все. Так, попробуем взломать. Отлично. Опа, улучшение для брони. Красота. Мало мы нашли этих улучшений, конечно. Ну, хоть что-то. Хоть что-то. Понятно, придется плыть. Так. Бомба есть еще? Нету, зато есть проход. Что берешь? 29 ноября 40-го года. Оказывается, нацист обожает сосиски. И я узнал об этом, когда он лопал свой ужин. Хотя цианистый калий наверняка испортил весь вкус. У него закатились глаза. Одни белки были видны, а он все жевал. Цианид я стащил у мамы. Иногда меня мучает раскаяние, но тогда я вспоминаю Якуба Бродского. 19, давай. Сейчас воздух начнет заканчиваться. Хотя нет, у него хорошие легкие. Забавно, да, что даже это объяснено тем, что он часто плавал. Так. Сюда можно нырнуть. Только смысл. Не знаю. Где это мы с вами сейчас? Второе мая 41-го. Оказывается, нацист хочет спать после оргазма. Это я узнала, когда его маленькие живчики вытекали из меня на простыню. Его лицо посинело. Я ведь задушил его во сне веревкой. Завтра мне исполнится 18 лет. Охренеть. Хрена я прыгал. Хрена я это делал, понятия не имею. Да, я понял, понял. Вот он, лифт. Так, подзыри... Ах, ты ж мать, опять бахнула током. Ух, вижу. Гнать поезд, значит, да?
This will allow you to board and seize control of a Nazi U-boat. But first things first, steal the train. Понял тебя. Так, Тесла. Тесла-модуль, изменяющий частоту луча. Теперь луч бьет, будет действовать на любые механические объекты, близкие к его траектории. Отличная вещь, наверное. Угу. Спасибо. Так. Это здесь я еще видел нож. Во. Да, чтоб тебя придется резать. Не-не-не. Именно резать. Седьмая запись. Последняя. 29 марта 41 года. Оказывается, нациста растят лентяем. Я узнала об этом, когда оторвалась от трех немцев бегом и с ящиком гранат в руках. По-моему, я беременна. Но почему я не умею стрелять? Так, лишь крик. А, черт. Два офицера рядом. Два офицера. Офицера. Да, увижу. Фак. Второго я тоже увидел. Собачки, плевать на это все. Интересный поворот. Может быть, она подумала, что офицер просто прикорнул, лег поспать. Я видел, куда мне. Также я видел здесь вот офицера. И патрульный еще один здесь где-то ходит. О. Здрасте. Зря ты решил повернуться. И это вся охрана? Похоже, да. Так, что-то не то нажимаю. Явно. Молодец. Забыл, что к этим нельзя подходить так близко. Не надо. Просто тупо... Ах, ты ж мать, ты что, гонишь, что ли? Фак. Так, не подходим к ним близко, да? А как же будем действовать тогда? Ассасин. Чё за перк? Так, позволяю носить с собой еще один нож. Все по скрытности действую. Вот, ассасин. Делает быстрый бег более тихим и увеличивает скорость передвижения в приседании. Вау. Действительно быстро стал двигаться. Как ты меня не увидел, я понятия не имею.
бойся, блин. Я почему нож кинул? Потому что думал, что он пойдет дальше. И, в принципе, если бы он пошел, я даже, может быть, его и убил. Но нет, эта скотина решила, что идти ему дальше не надо. Так, нет, мне неинтересно. Съесть что-нибудь вкусное. С другой стороны, фак. Иди-ка я схожу к этому парню. Отлично. А еще мне интересно, что вот в этой комнате. Кот. Кот, это очень хорошо. В этой? А в этой ничего нет. Ладно, открываем. Бляха. Зачем нож выкинул опять? До сотки, поднимайся. Можно опять стреляться. Поднимайся. Чтоб тебя... Отлично! Не так хорошо, как хотелось бы, но я с ним разобрался. О, и пушка с него вылетела. Так, где-то здесь был мой нож. Вот он. Его я, конечно же, возьму. До конца. Почему до конца? Потому что еще вот эту пушку взять и успеть зайти. Отлично. Красота. Сколько здесь всего полезного, а? Сколько здесь всего полезного? Зазря трачу местную, грубо говоря, провизию. Здоровье поднимаю зря. Зачем здесь лестница нужна? Чтобы бронь найти. Окей, и автомат. И прилив сил. Проход закрыт. Что, мне надо наверх? Да, по всей видимости, на самый верх надо идти. Вопрос. Попробуем здесь пройти. Тому туннелю я не очень доверяю. На, ну, в принципе, смысла не было. Да, очень-очень легко я убираю с карты хилочку. Очень легко. Мне кажется, зазря я взял пулемет с собой. И вот опять я здоровье уничтожил себе. Окей, понял. Что будет, драка? Будет. Какая граната? Понял. Боялись заходить перед... без этого, да? Фак, сколько вас тут? Ладно, пострелять я не против. Твою мать.
Разве что вот этого, вот эту гадость надо было уничтожать. Отлично! Все красиво в итоге сделали. Взорвись. Нет, не взорвался. Его мы так уничтожили. Где еще? Да сколько вас там может быть-то, а? Я круче стреляю, а? Круче. Вот теперь давай. Бля! Бросай. Да что тебе? От солдата надо избавиться сначала. Где ты? А, во. Пошел отсюда. Подзарядиться бы. Вот, подзарядочка. Дробью редко пользуюсь. Хотя, но с другой стороны, к черту ее. Сюда? Да, да, да. И пушечка со мной осталась. Right on time, Captain. Walk in the park, was it? No. Okay, well, I'll just get to work. I have a friendly face. Delivers to the Nebeliat. Alles in Ordnung, Horst? Du, nimm nicht so viele Kissen, sonst merken die, dass etwas nicht stimmt. Ja. They supply the torpedoes to all the Nazi U-boats in Europe. You will hide in the torpedo. Horst will slip it back into main supply. And you will wake up on a U-boat for breakfast time. Once we have a U-boat, we take it to Seth's secret safekeep, yeah? Any sailors, get in the way. Bang, bang, soda pop. Airholds. Okay, Carrer Johnny. Get in the torpedo. Once you board the U-boat, patch this thing into the communication room and raise the antenna buoy. We need radio contact. Да уж, перспективка. Far out of reach. For now, I just miss the light.